Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня будет необычный день, потому что сегодня первый, на минуточку, технический обзор на моем канале. Это значит, что на тест мне прислали новые очки виртуальной реальности Samsung Gear VR Oculus. Я выговорила. Эти очки позволяют вам окунуться в совершенно иной, совершенно другой мир. И это круто, я просто была в восторге и в шоке, не знаю, что вам еще сказать, будем уже снимать это видео, я расскажу вам о всех преимуществах, о всех недостатках этого новшества, и поехали! Ребят, на самом деле, когда мне прислали на тест эти очки, сказать, что я была в восторге и в шоке, это вот ничего не сказать. Я была в восторге, и я была в полном шоке, потому что я даже не знала, если честно, что такое существует. Самое классное в этих очках, по моему мнению, это то, что в любой момент времени, в любом месте, например, если рядом с вами неинтересный собеседник или экскурсия недостаточно интересная, вы всегда можете сделать вот так и очутиться совершенно просто в другой реальности или нереальности, потому что это виртуальный мир. Стоит сказать, что этот модный новый девайс работает только в комплекте с телефонами Samsung S6, S6H и вообще более новыми версиями. Все данные модели с легкостью крепятся в очках благодаря специальному креплению и держателям. И что самое удобное, вы с легкостью можете находиться в виртуальной реальности и при этом заряжать свой новый девайс. Эти очки станут классным подарком для ваших пап, мам, бабушек, дедушек. Они просто в шоке будут, уверены, как и я, в принципе. Потому что цена у этих очков совершенно приемлемая для новых технологий. Вот, они стоят около 3000 гривен. Сегодня мы будем все-таки исполнять наши, мои и ваши мечты. Лично у меня была всегда мечта покататься на серфе, и я надеюсь, что в реальной жизни она тоже когда-нибудь исполнится, но сейчас мы в Киеве, и что делать? Главный вопрос, когда ты находишься в холодном, уже не таком, конечно, холодном в Киеве, и, в принципе, ты не можешь сейчас поехать куда-то на Гавайи или Майами, где там высокие волны, и покататься на доске. Ребят, ответ очевиден. Так что одеваем очки и будем тестить серф. Офигеть, у меня цирк дю солей начался, мне же надо серфинг. Так, перед собой, когда вы одеваете эти очки, вы сначала видите такое специальное меню. И давайте выберем, например, Ocean Rift. Мне кажется, это то, что я хочу. По-моему, это вот этот серфинг. Так что... Офигеть, вода. Просто я в шоке. Офигеть! Такое ощущение, что я там. Это просто вообще невообразимые впечатления. Также стоит сказать обязательно о удобности этих очков, потому что если бы они, например, натирали или был какой-то дискомфорт, мы бы не достигли, наверное, того эффекта. К этим очкам может крепиться еще дополнительный ремешок, который без сомнения подарит вам еще больше комфорт. Также очки имеют достаточно удобный ролик изменения четкости картинки, а на боковой панели есть специальный джойстик для управления и кнопки изменения звука. Блин, как круто! Просто я сейчас побывала в цирке, можно сказать, сидя в парке Шевченко, в одном из моих любимых мест в Киеве. На самом деле, возможности этих очков, они просто, мне кажется, безграничны. Вы можете делать фотографии 360 градусов, то есть вы можете здесь сфотографировать и каждый раз возвращаться прям в это место, поворачивать голову вокруг себя, поворачиваться и видеть то, что вы видите сейчас в реальной жизни. Также в этих очках вы можете играть, прям, ну, играть в те игры, в которые вы обычно играете, или на компьютере, или в телефоне, но при этом вы будете находиться прям внутри самой игры.
Это просто нереально. На самом деле, все то время, которое мы снимаем это видео и тестируем эти очки, все время к нам подходят люди, которые интересуются и спрашивают, что это такое, как это работает, сколько это стоит и вообще всевозможные просто вопросы. Поэтому действительно, это, скорее всего, та вещь, которая будет отличным подарком просто всем поколениям. Ну вот и все, это конец моего видео. И в конце видео хотелось бы сказать, что в общем и целом, это новое изобретение реально классное, за исключением совершенно маленьких незаметных минусов, которые, я уверена, в скором времени изобретатели изменят или дополнят, или сделают что-то новое. Так что вы можете меня поздравить, это был первый технический обзор на моем канале. И если вам понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, и до скорой встречи в виртуальной реальности!